отвечает: привет, мои хорошие. Я, как обычно, после работы быстренько встала. Честно говоря, на сегодня у меня вообще нет желания что-либо готовить. И я быстро-быстро сварганила опять свою любимую рыбку. Вот, сейчас я ее так вот посыплю чуть-чуть укропчиком. Чуть-чуть порезала здесь лук. Все у меня нарезано. Моцарелку вот такую вот взяла. 20 штучек мини. Очень хорошая. Я сейчас, чтобы она не пропала, этот сыр, я прям перелью его в рассоле, в пластиковую коробочку, и все на этом. Все. Да, я вообще люблю еще, конечно, побольше сладенького. Вот так я, конечно же, я очень люблю мед. Очень. Вот так. Все. И отправляю в духовку свою красоту девчатам. Ксюша все сделала, моцареллу немножко сделала, еще лимончиком сбрызну. Сейчас быстренько в духовку поставлю. В общем, быстро готовится, классно, и быстренько поужинаю. Сейчас еще салат нарежу. Чат, ну есть, хочется уже, все время эту духовку открываю. Все одно, все смотрю, когда оно там у меня уже приготовится. Вот он у меня уже лосось. Он, в принципе, по сути, готов. Но я так люблю зажаривать его. Так что вообще зажаривать. Сейчас, девчонки, салат уже нарезала. Посмотрите. Вот он, салатик. Здесь у меня орегани, помидор, перчик, лук, масло оливковое чуть-чуть, все. Салат готов. Осталось только достать лосось. Ну что, я, наверное, буду доставать, девчата. Сейчас отключаю духовку. Сейчас покажу. Девчат, ну все, приготовила я свой лосось. Посмотрите, сыр взяла, моцареллу свою. Все же не использовала. Вот я ее вот в такой вот контейнер, как раз там они маленькие, эти кружочки сыра. Я вот так вот в контейнер положила вместе с рассолом. И уж точно не пропадет, сейчас в холодильник поставлю. Вот, девчонки. Все. И, пожалуйста, пользуйся им. Вот так вот. Все. Можно еще так же подсолить этот рассольчик, и будет вообще неплохо. Все, сейчас я положу себе немножко. Вот так вот лосось на тарелку. Девчонки, сил нет вообще что-то готовить сегодня. Вообще. Вот вообще. Приходишь с ночи, и ну, никакой. Ни живой, ни... Вот он, лучок. Вот так, девчонки, лучочек. И сыр. Вот так. Вот так. Все. А этот я, наверное, поставлю в духовку. И я его сейчас вот так вот возьму, чтобы он у меня не испортился. Я вот так его накрою. И все. И пусть стоит у меня в духовочке. И все, нагретый. Сочненький будет кусочек. Все, девчонки. Все. Вот такой вот лосось. Так, сегодня нет сил вообще что-то рассказывать. Девочки, как-то так. Вот, девчата, посмотрите, салатиком. Рыбку, конечно, что там говорит, жирная рыба. Опять, как всегда говорю, у кого проблемы с поджелудкой, конечно, это вот он, жирная. Надо белую рыбу готовить. А так, посмотрите, какая она сочная получается. Обалденная, нежная, проготовленная. Вкусная, девчата. Пойду, покушаю. Всех целую, всем пока.